вот я сама ответственность мне не на кого перекладывать, и собой заниматься, и все для себя, и одна, что я неправильно делаю. Рассказываю, вы не уделяете себе внимания. Не уделяйте себе внимания для неги. Вы должны больше уделять себе внимания. Уделяйте себе больше внимания, не только для воспитания, не только для саморазвития. Уделяйте внимание для красоты, уделяйте внимание для появления чувств хороших. Слушайте прекрасную музыку, там, занимайтесь каким-нибудь там живописью, может быть, творчеством или еще чем-то. Это все создаст вот такие, переложите ответственность на Бога. То есть я зарабатываю, пусть Бог вам помогает, скоро и так все получится. А вы больше получаете удовольствие от жизни. Не нужно вовремя на работу, не нужно. Люди обычно говорят, да что же это будет? А вы не бойтесь. Иногда нужно прыгнуть с распростертыми руками в пропасть. Если Бог услышит молитвы, если Бог почувствует, что это вам нужно, если ваше сердце открыто, если вы готовы, то 100% лестницу для себя найдете.